сегодня 22-е, хотел сказать октября, нет, пока сентября, велопрогулка, и у нас в планах купание. Несмотря на то, что голубое небо и яркое солнышко, и вроде бы так все замечательно и хорошо, но, между прочим, всего лишь плюс 12. Да, а водичка, наверное, такая же точно. Повернись-ка. Все уж оделось, да? Да. Ну вот. Жаль. Ну заходь. Ну нормально. Хорошо. Ой, здорово. Хорошо, сила, мощь. Сама, как? Отлично. Ну и как ощущение, как ожидание и как ощущение? Я думала, что будет гораздо холоднее, вода на еще пока теплая, можно так сказать. Это, для нас. Это, для это, нас. Это ты уже привыкла просто. Я после горных озер-то. Для нас. Готовимся к зимнему периоду. Да, большинство людей покрутят у виска, скажут, вы что? Ну что, вода градусов 12, наверное. Да. Самое то закаливаться. Угу.